Красивый солнечный денек. Вырвались опять на рыбалку с пацанами. 9 человек. Нас вон там ребят сверлят. Выставили порядка 24, наверное, флажков на 4 человек. Ну, думаю, нам хватит на сегодня. Там за кустами еще ребята. Вот. Уже время 9 утра. Одну щуку маленькую поймали. Заснять ничего не получилось. Ну, кто-то криво нажал на кнопку. Ну, ждем дальше клевок. Как раз нормально. Сейчас время уже начинает рыба подниматься из кустов и ходить на завтрак. Голяк. Хер, да? О, хороший. Хороший, братишка. Вот кто нам хулиганит тут, сбивает все. Карасика тут сосала. Слушай-ка, еще где-то дринк. Парней с работочки. Идем посмотрим. Сейчас Серега прибежит, сам свою рыбу достанет. Куда вас только на один флажок-то? Так, с этой стороны не подходим. Било, слушай, тут мелочь сбивает. О! Так. Давай так. Пушка! Нет, такую рыбу мы не берем. Серега ее отпустил, короче. Да, Серег, отпускай рыбу. Вообще не стреляют. Вроде крутит, да? Полностью? Так давай подсекать, что? Даже не это, не думай. Не думай о секундах с высота. Иди сюда, да? Сука, свалилась. Свалилась?
Это может быть... А? Да вроде нет. Вон. Опа, Саня! Сейчас, да, да. А ну, Саня, дай-ка я тебя зафотка. Сними капюшон. Сука, затрещал лед. Вот так вот, короче. Вторая за сегодня. Давай сюда, сейчас мы в этот угол немножко флажков других понатыкаем. Ай, флажки бери. Которые вон там не стреляли, слышь, вон там вообще. Что за щипцы-то?